Работа над собой находится в настоящем. Нужно принять свой крест. Если ты свой крест не принимаешь, значит, тогда никакой работы над собой не будет. Ты будешь от себя только бежать. Допустим, ты думаешь, я пошла в кружок, там умелые руки, там умелые ноги, там я не знаю, что у тебя там умелые. Вот. И при этом ты не наладишь отношения с мужем, значит, тогда это бегство от отношений с мужем. Все. Это не означает работа над собой. Работа над собой начинается с того, чтобы принять свой крест. Вот у вас есть ребенок, у вас есть муж, родители, примите. Это не значит, что быть униженным. Заставляет водку пить, пейте водку. Нет, это не означает. Это означает по-доброму относиться. Принять означает по-доброму относиться, но при этом развиваться как личность. Никто не запрещает развиваться человеку. Но если вы его примете, то ваше развитие станет его развитием. Запомните, когда ты принимаешь человека, это первый шаг к любви. Первый шаг к любви. А любовь — это такая вещь, которая все передает, хочешь ты того или нет. Если вы хотите развивать своего мужа, не надо ему говорить о том, чтобы он развивался. Не надо, ни в коем случае. Если вы ему об этом скажете, вы выдадите свой секрет, и в результате он точно не будет развиваться. Если вы хотите все испортить, говорите ему об этом почаще. И он тогда вообще никогда не будет развиваться. У меня была одна духовная программа, молитвенная такая программа, на которую все ходили, кроме моей жены. Ну что он может мне сказать еще, кроме того, что уже сказал? Так любая жена считает, и это нормально. Близкие отношения же между мужем и женой. Так. Я сильно хотел, чтобы она пришла хотя бы один раз на эту программу. И поэтому никогда я об этом не говорил. Никогда. Если она меня даже спрашивала, ты хочешь, чтобы я туда ходила? Я говорю, нет, нет, конечно нет. И один раз одна подружка сказала, слушай, туда все уже ходят, кроме тебя. И она мне говорит, можно я приду на эту программу? Я говорю, ну как я тебе могу запретить, ты же моя жена. Ну и только одно условие, если тебе тяжело покажешь, сразу уходи, уходи сразу. Представляете, как здорово, когда вот так происходит, что близкий человек сам приходит к тому, чего ты хочешь, просто потому что ты его любишь. Все. Это здорово. Так надо жить. Но если мы начинаем заставлять близкого человека, все происходит наоборот. Только наоборот. Просто знайте формулу. Если вы принимаете близкого человека, принимаете весь его характер, его поведение, все принимать как свою судьбу, тогда через это принятие действует энергия любви. Принятие означает энергия любви. А если это там действует любовь, все, что у вас хорошего есть внутри, все также передается ему. Знаете, это правило работает на 100%. Поднимите руку, кто так и сделал, и все получилось. Видите, разумные люди. Спасибо вам большое. Замечательно. Я даже вижу результат у вас. Да? Да? Так она подняла. Результат-то вы, а не она. Мужчина, когда начинает делать то, что женщина мечтает, вот этот результат. Потому что женщина всегда первая в жизни. Она является матерью. Это первое духовное знание, получаемое от матери, с молоком матери. Даже если она ничего не говорит. Через любовь женщины человек получает знания всегда. И точно так же через любовь жены мужчина получает знания. Жена является сердцем мужа, индикатором его опасностей. И жена первая тебе скажет, что делать, что не делать. Опасность, когда есть какая-то, жена первая об этом скажет. Жена мне несколько месяцев назад сказала, тебе не надо ездить по 30 дней, это для тебя разрушительно. Я говорю, ну надо, жизнь заставляет, езжу. Я говорю, а сколько, по сколько надо ездить? Она говорит, езди максимум по 20. Сейчас я сам уже это понял, что по 30 не надо. Но мне надо было проехать несколько раз, так чтобы понять.
жена мне сразу же сказала, что так надо делать. Жена — это сердце мужа. Она знает больше про нас. Бог так хочет. Он так сделал. Женщина все знает, как мужу надо, как не надо. Мужу только осталось уметь слушать, а это очень трудно. Жена про себя ничего не знает, как надо, как не надо. А про мужа все знает. Так устроено в этой жизни. Про жену знает муж. Моя хорошая, муж знает про жену. Но он знает рамки. Он знает рамки. Он устанавливает рамки ваших возможностей. Если вы этих рамок не знаете, женщина не знает, где ее рамки. Мужчина знает. Он говорит, вот это уже не надо, пожалуйста. Не надо послушаться. Допустим, вы решили поститься 3 дня. Он говорит, нет, нет, не надо вот этого, муж. Жена должна принять. А если вы говорите, у меня нет мужа, да, что делать? Тогда в этом случае спрашивайте у старших или у подружек. Рамки тогда устанавливаются через близкие отношения. Есть подружки, они скажут, вот это тебе лучше не делать. Как? Рамки зачем нужны женщине? Моя хорошая. Вот зачем реке нужно течение, русло? Зачем? Чтобы вода не растеклась, да? Женщина, веды говорят, как река. Ее жизнь течет постоянно. Она является источником счастья. Счастье — это энергия. Она течет, движется все время. Женщина рождается для движения счастья. Это счастье. Но так как она всегда течет, у нее все меняется постоянно, поэтому нужны берега. Женщина, у которых есть берега, она всегда защищена от того, чтобы растечься по полю. Русло маленькое, да? Расширяйте. Можете расширить, у вас есть возможность берега расширить. Женщина подтачивает берега. Она их пилит, точит все время. Не, сколько и надо, столько она делает русло свое, нормально. Да, она уже течет по руслу нормально, тогда она не пилит и не точит. Разумная. Разумная пилит и точит берега, только когда мешают течь. Полным объемом. Вы слышали, да? Но если берегов нет, нет ни подружек, ни наставника, ни мужа, некому женщине не посоветовать, тогда течение ее жизни растекается в разные стороны, она высыхает, теряет себя. Просто все. Это я не свое придумал, это написано в ведах все. Я вам рассказываю просто о том, что там написано. Не только в ведах, во многих местах есть, я читал в разных священных писаниях. Женщине нужны вот эти берега обязательно в жизни. Для ее же счастья, не для того, чтобы ее сделать страдающей, для счастья. И она сама нуждается, она говорит, мне нет опоры в жизни, поддержки. И хочется поддержку, опору означает берега. Она чувствует это.